И ты говоришь, что буду обходить слева, то есть предупреждаете. А не так, что ты подъехал, сзади собаки нюхают попу, да, твоего этого участника, извините меня за тавтологию, и ты уже кричишь ему: «Дорогу дай! Ты не видишь, что ли?» Это уже грубое отношение. В семье Семашкиных к гонкам готовятся сразу 6 каюров. Глава семейства Андрей в этом году в 12-й раз участвует в Берингии. 5 его детей примут участие в детской гонке «Дюлин». Мне нравится это делать, потому что собираются много друзей. И тоже есть с кем погонковать, поучаствовать, что много призов. Мы сейчас также идем практически друг за другом с небольшим временным отрывом для того, чтобы вы воочию видели друг друга, смогли догонять и как раз такие вот эти вот моменты, да, обгонять, проходить, уступать. Самой младшей участнице Соне 6,5 лет. В ее упряжке «Союз» и «Роса». Спокойные собаки, уже много раз ходившие в гонку. Старшие дети берут в упряжку более резвых берингийских собак. Теперь у меня самые быстрые собаки. Были «Союзы Рики», а теперь у меня «Пихта Энто», папины собаки. Завершит свою юношескую карьеру в этом году старшая дочь Семашкиных Анна. Ей уже 17, поэтому в следующем сезоне ее ждет гонка «Пролог» и «Большая Берингия». Сама она рассказывает, что не боится, а наоборот, мечтает увидеть Камчатку и посоревноваться с родителями. Если я пойду на Берингию, это больше будет как такое времяпровождение с родителями, потому что это вообще моя мечта пойти на гонку именно с мамой и папой. Это вообще очень классно, я считаю. Так с семьей собрались и пошли вместе. Анастасия Семашкина в этом году только провожает мужа, сама остается дома с маленьким ребенком, но хочет принять участие в следующем году вместе с мужем и дочкой. Конечно, хочется. Это отпуск. В отпуск я в этом году не пойду. С моим мужем сложно, школа-то Семашкиных, поэтому я от него всему учусь. Но сложно, но когда я ему на пятки наступаю, он так немножко волнуется. А, мне жена на пятки наступает. В этом году маршрут Берингии составит 950 километров. Трасса проходит по хорошо знакомым каюрам местам. Маршруты, хотя и меняются из года в год, в целом можно разделить на восточный и западный. Ну, конечно, мне больше нравится маршрут, это по западному побережью. То есть он более как бы роднее. Во-первых, я стартую со своего родного села, вот по своему району, и уже иду по знакомым местам. Старт гонки запланирован на 27-28 февраля в поселке Эсса. Финишируют каюры 13 марта. Александра Радченко, Антон Дутов, информационное агентство «Камчатка».